Система автоматической обработки платежей BitPay объявила о поддержке Segwit 2X. Стивен Пейер, генеральный директор BitPay, прокомментировал позицию компании. BitPay сохранит синхронизацию с хешрейтом основной цепи биткоина. Пейер отметил, что произойдет увеличение размера блока, и BitPay должна быть к этому готова. Он также добавил, что производство блоков на меньшем форке биткоина будет непостоянным и может перестать действовать при отсутствии чрезвычайных мер. А подобное прерывание обслуживания неприемлемо для компании и для ее пользователей. Кроме того, Пейер объявил о том, что текущая версия Bitcoin Core не поддерживает Segwit 2X.